Здравствуйте, наткнулась вот на такой вот красивый рисуночек, которым можно оформить низ джемпера, низ рукава у джемпера. Можно грудку там, допустим, ну, на груди сделать такие вот, типа полосочки. Можно два ряда пустить, можно три, можно пошире раздвинуть, поуже. Вяжется очень-очень просто, без всяких там заморочек. Вот, но выглядит очень красиво. Можно также низ шапочки так сделать, вот как вот такие вот красивые. Вот, ну и как же это вяжется? Значит, первый ряд у меня был, ну вот этот я не считаю, это я просто пропустила, чтобы у меня не скручивалось полотно. Значит, ну, провязала лицевую. В дальнейшем этой лицевой будет служить сам вот этот рисунок. Дальше идет изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот после изнаночной начинается вывязывание самого рисунка. Первую петлю снимаем. Дальше 3 петли отсчитываем. 1, 2, 3. Из промежутка провязываем петлю. Дальше первую петлю из трех, которые на спице, провязываем лицевой. Снимаем. Две петли вместе также провязываем лицевой. И повторяем. Раз, два, три. Отсчитали. Из промежутка провязываем петлю. Первую петлю на спице провязываем лицевой. И две петли вместе тоже провязываем лицевой. Так, дальше отсчитали. Раз, два, три. Из промежутка провязываем лицевую. На спице первую петлю провязываем лицевой. Так, не вижу там. И 2 вместе тоже провязываем лицевой. Опять отсчитываем 3. Из промежутка провязываем лицевую. Первую петлю провязываем лицевой. И 2. Так, не вижу, ушла. И 2 петли вместе тоже провязываем лицевой. Так, опять 3 петли. Провязываю с промежутка лицевую. Первую петлю провязываю лицевой. Снимаю. И 2 петли вместе тоже провязываю лицевой. Ну и последняя петля у меня изнаночная. Вот получили. Следующий ряд переворачиваю все петли изнаночные. Количество петель, ну, набираете кратное 3 плюс 2 крайние. Они красавцы получились. Так, следующий ряд лицевой, изнаночной, и провязываем 3 ряда таких же. И получаем вот такой красивый рисунок. Если вам было полезно, я очень рада. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все, всего вам доброго. Пока.